Привет, я Ваня. Я люблю радугу. И сегодня я буду рисовать радужные деревья. Рисуй со мной, это очень просто. У меня есть мелки. Возьми любые карандаши цветные или краски и рисуй со мной. Для начала я рисую, конечно, радужные деревья. И для этого я хочу нарисовать разные пятна. И мои деревья будут идти вот отсюда и до сюда. Я сначала красного добавлю. Такое большое дерево красное нарисую. И по очереди я возьму все цвета, которые есть в моей палитре. Теперь я возьму оранжевое. Нарисую оранжевое, но я рисую не очень ровно, я рисую немножко кривовато. Оно такое вот чуть-чуть выше и тоньше мое дерево, второе оранжевое. Отлично. Желтое дерево будет тоже классное. Я думаю, оно будет пониже и может быть покруглее, потому что мне хочется, чтобы желтого было побольше. Желтый классный цвет, он мне очень нравится. Я всегда его как бы беру, использую побольше, когда можно. Теперь я возьму зеленый цвет. Зеленый цвет, и вот так я сделаю второе дерево. И оно такое будет кудрявое, кудрявое, кудрявое. Я везде добавлю кудряшки своему зеленому цвету. Но это не все. У меня есть еще темно-зеленый цвет, следующий. Я возьму такой насыщенный цвет зеленый и сделаю вот так вот. А оно будет вот так идти. Похоже немножко на елку. Я свои штрихи, когда я рисую, вот я немножко делаю вот так вот, в разные стороны. Похоже на елку? Немножко, ты скажешь, похоже. Хорошо. Уже почти все. Нет, еще у нас следующий какой цвет? Голубой. Берем голубой цвет и рисуем голубое дерево. Я не знаю, бывают ли на свете голубые деревья, но мне это нравится идея. Когда ты можешь нарисовать любые деревья, которые ты хочешь, и по-разному, как ты хочешь. Ну, они примерно у меня похожи получаются, такие сосисочки, но в конце я думаю, что будет что-то здоровское. А теперь синее дерево одно возьмем, и я хочу, чтобы влезло еще маленькое голубое и одно розовое. Нет, фиолетовое одно маленькое, фиолетовое и одно розовое. Фиолетовое будет вот такое вот, вот такое вот, я его вот так рисую, а розовое будет вот там сзади. Будет здорово. Отлично. Теперь берем розовый. И розовым, ну, розовый это любимый цвет девчонок. И мальчишек, я думаю, некоторых тоже, но он очень яркий. И мой розовый просто потрясающий. И здесь я тоже немножко добавлю розового. И как будто получается, что от красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и к розовому он идет опять к розовому. Здорово. Так, и даже вот сюда можно добавить немножко из розового, чтобы он посветлее был. Отлично. Теперь я возьму черный цвет. Им понадобится для стволов деревьев мне черный цвет. И вот тут я хочу тоже добавить вот такие деревья. Теперь берем черный цвет и, не стесняясь, рисуем землю. Вот так вот горизонтальную линию рисуем от начала и до конца. Слева направо нарисовал. Если не успеваешь, ставь на паузу. Но сейчас я тебе скажу, что будет легкотня. Потому что нужно нарисовать всего лишь несколько стволов. А сколько стволов? Всего лишь 7 или 8 примерно. И каждый ствол будет иметь вот такие вот веточки. Я в разные стороны пускаю веточки. Вот так вот. Постарайся их пустить в разные стороны. Они похожи на наши руки. Вот такие пальчики пускают дерево. Здесь оно тоже вот так пускает в разные стороны. Вот так я рисую, 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 рисую. Получается дерево. Здесь получается вот такое дерево. А это вот так будет исходить. Вот так вот. Похоже на листочек. Это дерево похоже на листочек. И не забывай, что оно в конце, внизу самом, оно толстое. А это елка. Я его так и покажу, что это елка. Оно очень похоже на елку. Вниз будут идти веточки. Отлично. Теперь следующее. Голубое. Голубое тоже очень красивый цвет. Он мне очень нравится. И он мне напоминает о нашем флаге, например, России. Очень, мне кажется, цвет голубой подходит России. Прям так очень мне нравится. Очень цвет неба. И такой простоты, что ли. Очень красиво. Теперь я нарисовал фиолетовую. И осталось одну розовую нарисовать веточки. Дерево мы нарисовали. Отлично. Можно нарисовать немножечко, немножечко. Таких совсем немножко веточек или травинок. Такой у нас рисунок получился. Я стараюсь нарисовать как можно больше картин с радугой связанной. Я все, что я придумаю, я нарисую с радугой связанной. И буду использовать все цвета, которые в радуге есть. И всегда буду это делать. Вот такой рисунок у нас сегодня получился с тобой. Если ты нарисовал, то обязательно его сфотографируй и размести в Инстаграм с тегом Рыбакит Радуга. И лучших ребят, которые мне понравились, я выберу и нарисую несколько работ, рисунков, которые эти ребята меня попросят нарисовать. Так что участвуй в этом конкурсе.
рыба-кит, радуга, обязательно я твой рисунок нарисую. То, что ты захочешь, то я и нарисую. Всего хорошего и большое спасибо за то, что ты рисуешь со мной. Пока-пока.